Основной темой для обсуждения стало развитие социальных отношений между двумя странами и их регионами. Как подчеркивают гости, неформальное сотрудничество в области социальной политики длится уже на протяжении 5 лет. Интерес к нему высказали и государственные деятели, и ветераны Монголии. Я надеюсь, что сегодня наш визит под эгидой женщины Бурятии, женщинам Монголии, он расширит сферы сотрудничества. Это будет не только социальная политика, это будет и спорт, и здравоохранение, и детские проблемы, которые имеют место и в Монголии, и в Бурятии. Каждый из участников надеется на активное и тесное сотрудничество, так как связывает их не только государственные границы, но и общая история. Что самое главное, сейчас, наверное, нам надо, чтобы наши народы как можно более тесно общались, сотрудничали в разных сферах. Ну, поскольку я полагаю, что у нас, в общем-то, исторические корни-то одни. Мы народы-побратимы. Этот визит является ответным. Еще в октябре в Улан-Удэ побывала монгольская делегация из 140 человек. На этой встрече было решено установить неформальные отношения на уровне народной дипломатии для решения общественных проблем. И уже сегодня у представителей двух государств существует ряд разработок по совместным проектам. И разработка, перенятие опыта, лучшего опыта друг у друга, развитие приграничных территорий. Сегодня у нас, я думаю, тот проект, который Арвин поддержан инициирован по развитию перехода и проекта Байкал-Хопсугул, это сегодня действительно вот та реальная сегодня возможность реализовать дальнейшее развитие наших республик. Женщины Бурятии и Монголии надеются на то, что их действия будут замечены не только социумом, но и правительствами. И в дальнейшем им будет оказано содействие для благоприятного сотрудничества в самых разных сферах. Первым показателем заинтересованности государств обе стороны считают теплый прием и большое количество выдвинутых идей, которые будут реализованы в ближайшее время. Алена Шадрина, Ниамбаяр, Аист Монголия.